На той стороне вода бежала в ту сторону, на эту сторону. И эта вода спускается вниз, впадает в речку. Видео, которое я выкладывал, по-моему, или нет. Ну, или выложу там так. Просто для релаксации захотел снять видео. Шум воды. Природа. А он дальше этот симфатин, про который я говорил, что когда я еду на работу, то видел школьников, которые по нему ходят в школу. Ну и не только школьники, но и взрослые. Сейчас днем вроде как не опасно, а полярная ночь, наверное, опасно, когда темно, нет освещения. Хотя бы столбы стоят. Это ТНС-2, по-моему. Это наша работа. Это наши трубы, которые мы прокладываем, типа магистраль. От ТП до Кировского рудника. Недавно на серпантине дорогу перекапывали 7 июня, где красные ограждения стоят и бетонные блоки, и вкапывали туда трубу. Скоро мы должны заасфальтировать эту дорогу, когда, правда, очень много знать. Так, туда я не пойду, хочу спуститься ниже и еще прогуляться по этому микрорайону Солнечном. Как видно, здесь во дворах тоже серпантин. Хотя он пишет, что не дорожки есть.
почему такой микрорайон Солнечный в городе Кировске, который стоит на горе. И ей могут сойти лавины. Здесь еще церковь, которой ни разу не был, тоже по причине того, что далеко до нее идти. Неделю назад в Апатитах был бенхимика, на меня не было возможности съездить, так как работал в субботу. Приезжала группа студии, еще какие-то известные исполнители. Ну, погода была мерзкая, холодная. Ну, по фотографии видно было, что весело отметили. Церковь. Пойду я, наверное, зайду в эту церковь.